Что-то абсолютно вне во что поиграть, вроде и песочницы, и тут игрушки разные. Да уж так, думаю, нужно зайти в Play Market. Во что поиграть? Так, надо подумать. А что если я поищу что-то очень крутое? Опа! Так, ну это понятно, что только для истинных. Я хочу что-нибудь в стиле Undertale. Что-нибудь по типу Sonic Tail. Играть. Обосрался, пидорас. Епифанцев. Так, давайте битва. Я хочу битву. Действие. Пощада. Пощадить. Пощада. Пощадить. Я не могу пощадить его. О, битва. Оп, не ожидал фуфел? А все потому, что я не ем сладкий хлеб. Мне нравится. Обосрался. Атака. А, ну ты чего такой злой? Давай я тебе историю расскажу. Битва. Мой батя часто синим приходил, и я тогда тихо сидел, чтобы пизды не получить. А когда весь злой такой оранжевый, все пиздец, бежать надо было. А! Что делать? Как уворачиваться? А как мне увернуться? Что? Обосрался. Битва. Да блин, я никогда не играл в Undertale, что делать-то? Тогда срать хотел, пришлось съёбывать. Говно, ну прямо из жопы, как птичка в общем я был. Тихо. Это хардово. А! У меня 30 хп. Та-т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 а. Спокойно. Синий. Так. Да блин. Из штанов его вытряхивалось, оно во все стороны разлеталось. Вот такая история, браток. Так, ну я типа в одном месте. 9 хп! Братишка! Братишка, не надо! Так, я буду пытаться его уничтожить, потому что я никогда раньше не играл в Undertale. Я не знаю, что это как надо правильно. Весь в говне! Битва! Да блин! Мне надо прям посередине попасть! Все еще злишься? Давай я тогда тебе... Я помню эту песню. Девять хп, ты его пить.
Весь в говне, так. Не знаю, давайте... давайте еще раз битву. Да, блин! Я его убить не могу или что? Я ж вот по центру прям попал. Мухи мешают. Так, мы их убьем. Что делать? Ха! Они прям, короче, на меня нацелены. 6 хп! 4! Так, действие. Оценить, покушать, покушать. Вы съели сладкий хлеб. Теперь можно пощадить Пахома. Ваш хп максимально. Пахом весело улыбается. Битва. Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу чистить говно. Вообще пох. На работу говно чистить. Концовка крысы. Ну что же, ребята, на этом моменте видео заканчивается. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал с колокольчиком. Напишите комментарий, снимать ли мне дальше эту игру, показать вам все концовки, что мне снять. Ну, а с вами был я, Лекордон. ББ, парни.